Огня вашему костру, выжившие! Сегодня мы хотим рассказать вам о камуфляжах и декалиях Сурвариум. Как гласит Википедия, камуфляж – это маскировочная окраска, применяемая для уменьшения заметности человека. В игре она работает по тому же принципу и при правильном использовании поможет игроку скрыться даже в самых неожиданных местах. Однако это лишь теория. Начнем с игрового лобби. Приобрести камуфляжи можно в магазине «Раздел улучшения». Каждая группировка предлагает свои виды камуфляжей. К примеру, черный рынок предпочитает черную смерть и джинс, а бродяги используют призрак и стеганую ткань. Прежде чем покупать камуфляж, обратите внимание, что в магазине есть варианты, доступные за золото. Примерять их, увы, нельзя. На данный момент раскраске поддаются только торс и ноги. После покупки нужного вам камуфляжа перейдите в экипировку, выберите, какую часть снаряжения хотите раскрасить, нажмите на кнопку «Внешний вид» и перетащите камуфляж в специальный слот. Зажав правую кнопку мыши, вы можете вращать камеру вокруг персонажа, чтобы посмотреть, как распределился камуфляж. Нажмите «Подтвердить». Помните, что один камуфляж можно нанести либо на торс, либо на ноги. Именно поэтому его нужно покупать в паре. Он легко снимается с экипировки и может быть использован заново. В игре также присутствуют камуфляжи, которые выпадают только как трофеи в конце боя, либо за использование карты схрона. Для покупки в магазине они недоступны. Умение правильно использовать камуфляжи придет со временем. Вначале просто не следует красить персонажа в яркие цвета, вроде джинса и барса. У группировки бродяги советуем использовать призрак и стеганую ткань. Позже у армии Возрождения и поселения Край откроются дубок и егерь – первые настоящие камуфляжи. Из премиумных стоит выделить цифру и флектерн, как самые универсальные камуфляжи. А также выживший, который поможет укрыться вам на фоне всевозможных построек, бетонных конструкций и заборов. Среди уникальных камуфляжей, которые невозможно купить в магазине, отдельного упоминания заслуживает белая ткань в качестве более светлого аналога призрака и выжившего. Еще один вид улучшения для снаряжения персонажа – это индивидуальные декали. Они служат для выделения своего героя среди других. У каждой группировки за игровое серебро продаются два варианта их символики. Для приобретения государственных флагов, гербов и эмблем организаций у независимых торговцев потребуется премиум-валюта. Но кроме ассортимента в магазине существует множество уникальных нашивок. Их вы можете получить по результатам боя, либо за использование карты схрона. Механизм нанесения декалей прост. Зайдите в раздел «Экипировка», выберите одну из частей снаряжения, кликните на «Внешний вид». Под декалей выделено два слота. Найдите нужную нашивку, перетащите ее в слот. Настройте отображение декалей на одежде. Нажмите на кнопку редактирования. Далее, зажав клавишу Alt и прокручивая колесо мыши, вы можете вращать нашивку. А при зажатии клавиши Ctrl и прокрутке колеса размер декалей будет меняться. Выберите место для закрепления нашивки, и когда полученный результат вас устроит, просто кликните левой кнопкой мыши. На этом мы заканчиваем наш рассказ. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте свое мнение в комментариях.